Оу, май! Термометра нету! Блин! Термометра нету? О, термометра нет! Смотрите, все всегда прячутся вот сюда за куст и всегда всех убивают. Он включил эту... Кого? Это я включил. Нет, он сейчас вот прям... Нет, он душ включил. Это я включил воду. Нет, это он! Я сфоткала призрака! Ты где? И он меня не убил! Могу это кошмар один вот раз поставить кошмар сейчас? Кошмар? Да, пока так у нас, погнали, как, да. Когда мы голожопы. Вот, а, ну давай, голожопый кошмар устроим. Ты вообще хоббит такой. Чё? Да это Аня просто на воздухе стоит, она левитирует. Не-не-не, да ты хоббит. Вот я стою, если прямо смотреть, то я вижу только твои волосы. Серьезно? Я смотрю тебе прямо в глаза. Если я хоббит, то это значит, что ты тоже хоббит. Да вы оба хоббиты, чё? Ну, по сравнению с тобой, тогда, дылда ты. Аня всегда очень большая. Это просто отображается уровень состоятельности. Нихрена ты загнула. Тогда вон Артём сразу присел, всё понятно. У меня закончился прекрасный персиковый лимонад. Так он там стоит. Что? О, у нас ещё и телевизоры разбиты, прекрасно. Вот это да! Это что такое? Это кто-то вандал. Разбил мониторы и все испортили. Не, ну это точно был не я, потому что зеркало тоже не я разбил. Активность такую дикую показывает. Так, смотрите, там аж пробило телевизор. Не хочу ничего знать об этом. Одна шкала. Ой, что не ж? Знаю, вообще не знаю. Ничего не... О, у нас что, есть один датчик движения? Нифига себе. Ой, наверное, призрак будет в подвале. Да, стопудово, ё-моё. Ой, у нас так пусто. Ой, термометра нету! Блин! Термометра нету? Термометра. О, термометра нету, да что ж поделаешь. По запаху изо рта нужно будет проверять. Да. Так а комнату как определять? По запаху изо рта, тебе же сказали. Что такое? Короче, все всегда, смотрите, все всегда прячутся вот сюда за куст и всегда всех убивают. У нас по заданию нужно вспугнуть призрака при помощи благовония, а благовония-то и нет. Так и что, мы чисто пришли, чтобы умереть, я так понимаю. Так и есть. Сколько тебе лет? Дай мне знак. Вот я сейчас попробую найти призрачный огонек, но я уверен, что я его не найду. Хотя нафиг его вообще искать? Я просто поставлю здесь камеру, пусть она стоит и снимает. И нафиг вообще. Все, а то опять, блин, я огонек если не найду, то его потом уже никто не найдет. Что у нас тут еще полезного-то есть? Ничего нету полезного. Welcome. Дай мне знак. Он включил эту. Кого? Это я включил. Нет, он сейчас вот это прям. Я. Нет, он душ включил. Это я включил воду. Нет, это он! Да сбегали, это он, если это Артём был. Паника. Короче, я проверил все, кроме подвала. Идите в подвал теперь. Нет. Да не хочу я. Уровень нашей отважности. Сколько тебе лет? Да, не знаю. А в подвале вообще можно спрятаться? Ну, иногда можно. Уровень отважности 2 из 3. Это. Дело к ночи. Если я умру, то умрут все. Вы спросите, ответил ли он мне в рацию. Я вам отвечу, о, кость нашел в подвале. И я вам скажу, типа... А я нашел минусовую температуру. Ух ты! Да? Она на входе в подвал. Да, изо рта воняет, поэтому. На входе в подвал, а там я соль рассыпала, нету этих? Ну ты соль рассыпала не на входе в подвал. А, мне казалось, я и на входе в подвал рассыпала. А где свет врубить? Что за бред? Да может его тут и нету.
Это же кошмар. Да, да, вот и подвал, короче. И снизу. И снизу тоже это. Да куда нам снизу так много? Снизу тоже минусовая температура. Блин, я очень быстро выдыхаюсь, мне это. Да, нравится. Это очень сильно раздражирует. Ой, у меня УПМ упала. Короче, у меня ЮМП упала в лестницу в саму. Че, опять в текстуры, что ли? Да, да, да. И какого хрена? Забавно то, что ты втопил. Нет, то, что кошмар, а никто даже не атакует, вообще ничего не проявляет. Ну, возможно, это тень. О, так у нас тут ничего уже и не осталось. А, нет, это матна, кстати. Мы можем за тобой даже дверь закрыть. Она пошла отсюда. Я с собой дверь закрою. Нам жопа. Что ты взял? Где тут вообще прятаться? А вы котики все забрали? А, нет, вон они были. У нас их и не было. Нет, у нас есть два котика. Как тебя зовут? Напиши что-нибудь. Блин, жалко, у нас нет другого. Сколько тебе лет? Молчи. А еще и МП просрали. Ну это Артем был. О, я слышу его. МП. А теперь надо проверить, получилось ли сфоткать. Ни хрена себе! Артём! Я сфоткала призрака! Я сфоткала призрака! Ты где? И он меня не убил! Артём, если что, дверь открыта. А, ты тоже внутри был, етить! Ты прикинь? Что? Артём, вот посмотри сейчас на меня, вот на меня. Это дура, смотри. Вот Аня сидела, Аня не дура, я имею в виду призрака. Двоих за раз. Она двоих убила? Да.
Она увидела Артема, убила его, потом пошла и убила меня. Фига. Проститутка ссаная. Просто мразь. Я же говорю, этот вкус бесполезный. Я ее не увидела. Это потому, что не надо было ее дурой называть. Я ее не увидела, не надо. Я говорю, потому что не надо было ее дурой называть. Не на. Короче, в прошлый раз, смотри, хотел сказать. Да вот Аня села за куст, а я сел за шкаф. А эта дура пришла, и смотри, вот где я сейчас встану, она стояла и залагала, короче. Вот так вот, и вертелась. И все, и она нас не увидела, типа, и ушла потом. Я ее сфоткала. А почему я сейчас ее сфоткала? Я встал за куст, и она меня не убила. Ну это потому что ты. Я же чё? Ага, спасибо. Жопой мне на лицо сел, да? А чё там за снимок-то? А, ничего не понятно, к сожалению. Ну, главное, отметил, что призрак. Призрак. Аня-то где была? А я где был? Я сидел где-то вообще в жопе там что-то. Ну да. Благовоние? А, не, ну было бы у меня типа благовоние, я, может, и сходила бы. Да нафига? Ну я так схожу еще, посмотрю, может, она написала что-то что-нибудь. Давай. У нас информация, то, что это минусовая температура, да? Ну да, только минусовая температура. У ПМ там говно какое-то. Не, ничего не отписала. Мне кажется, она в подвале была. И следов нет. Вообще ничего. Вообще нигде, даже здесь следов нет. Это, наверное, ну, какая-то жопа. Раз не написала, то, возможно, записи в блокноте. Скажи, нет. Что следов нет. Следов нету. Она так вообще в соли не нигде наступила. Фантом не подходит, если минусовая температура. Но это точно не демон. Хотя хрен его знает. Забавно будет, если это по итогу будет тень. Ну извините, это уже вообще. Ян, ты на одном месте идешь, как Майкл Джексон. Круто. Я вычеркнула записи в блокноте, лазерный проектор и призрачный огонек. Остался джин, близнецы, мимик. Не знаю, мне кажется, это опять ревенант. А я, наверное, джина выберу. Артём, ты что-нибудь выбрал? Да. Чё выбрал? Ой, слушай, я выбрал... Где вы умерли, кстати? Ревенанта. Ой, я тоже ревенант. Мы умерли прямо при входе. Так может мне вас сфоткать? Ну, сфоткай. Артём там, где ты сидела. А я около шкафа напротив. Она умрет. До двери не смогу. Ну ты хотя бы меня сможешь сфоткать? Не, пусть она зайдет. Безопасно, по сути. Нет. Да ладно, заходи, что ты. Нет. Да скажи, зайди. Что, все нормально. Да скажи, что я это защищаю, если что. Не, кстати, скажи, Артем, у тебя тут это фонарик болтается, он прыгает. Засчиталась мертвая тема. Видишь, как он прыгает? Я вижу свою жопу только. Да? Ну тоже здорово. Второе мертвое тело не засчитывается. Не-не-не, она обязана меня сфоткать. Давай, пусть она заходит. Все, она сейчас уедет. Вы там все выбрали? Да, мы выбрали. Молодцы. Ой, спать хочу. Уже спать? Да. Я все?
Ханту. 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 Ханту.